Челябинск накрыло серой дымкой. Жители Ленинского района и Копейска пожаловались на едкий запах гари. Всего в Министерство экологии региона поступило около 30 звонков. В ряде городов еще с пятницы объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за безветрия промышленников попросили снизить выбросы. Режим НМУ введен в Челябинске, Коркино, Златоусте, Оше, Садке, Магнитогорске и Карабаше. Предупреждение действует до вечера понедельника. Южноуральцы жалуются, что из-за серой дымки, которая повисла в воздухе, не видно даже облаков. Эксперты считают, что виноваты промышленные предприятия, работающие на угле, пожары на Коркинском разрезе и выбросы от автомобилей.